На внеочередном конгрессе УЕФА в Афинах в среду выбрали нового президента организации. Пост займет глава Федерации футбола Словении Александр Чиферин. Из 55 членов УЕФА за него проголосовали 42 человека. За второго кандидата голландца Михаэля ван Прага отдали 13 голосов. Чиферин будет президентом УЕФА 2.5 года до следующего конгресса. It's a great honor, but at the same time great responsibility. Это большая честь, но в то же время большая ответственность. Моя маленькая и прекрасная Словения очень гордится этим. И я надеюсь, что наступит такой день, когда и вы будете гордиться мной. And I hope that one day you will also be proud of me. Чиферин сменил на посту француза Мишеля Платини. Тот объявил о своей отставке в мае. Ранее комитет ФИФА по этике отстранил Платини от футбольной деятельности на 8 лет. Его обвинили в незаконном получении крупной денежной выплаты от бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера. Позже срок отстранения Платини сократили до 4 лет. Чиферин никогда не входил в состав исполнительного комитета УЕФА. Он был малоизвестен за пределами своей страны, пока не объявил о намерении баллотироваться в президенты Европейской футбольной организации. Теперь члены УЕФА возлагают на него большие надежды. Думаю, Александр тот человек, который способен встать на правильный и профессиональный путь преобразований. УЕФА нуждается в том, чтобы ФИФА совершила новый подъем. И я полагаю, что Джанни Инфантино может сделать это. Они будут хорошими партнерами, и футбол вернет себе уважение и профессионализм. Александр Чиферин родился 13 октября 1967 года в городе Любляна. Окончил юридический факультет Люблянского университета. Затем работал в адвокатской конторе. Футбольным функционером стал в 2005 году. В 2011 занял должность президента Футбольного союза Словении. В 2015 его переизбрали на второй срок.